Открытый диалог власти с населением. Уже в течение 4 лет столичные чиновники строго по расписанию встречаются с чебоксарцами, чтобы обсудить самые насущные проблемы. На этот раз на вопросы горожан отвечала заместитель главы администрации города Чебоксары по социальным вопросам Алла Салаева. Федеральные и муниципальные программы лежат в основе развития столицы. Хорошая новость уходящего года – завершение программы переселения граждан из аварийного жилья. Только в Ленинском районе за 4-й этап переселено 438 семей из 48 аварийных домов. Благодаря другому федеральному проекту в районе удалось благоустроить 6 дворовых территорий и площадку перед домом МОД. Нам помогло то, что мы стали полумиллионником и получили достаточно большую возможность благоустраивать уже наши дворы и парки, городские пространства. Всего за этот год у нас приведено в порядок около 25 дворов. Мы делали это первый раз, делали это вместе с горожанами. Что-то получилось, что-то нет. Формировать современную городскую среду будут и в следующем году. Поэтому администрация столицы ждет от горожан интересных идей, предложений по благоустройству. Диалог шел в режиме свободного микрофона. К примеру, у жителей по улице Хивежской и не только, несколько дней в домах не было ни тепла, ни горячей воды. Один телефонный звонок и результат налицо. В Ленинском районе проблема с перебоями горячей воды. Жители жалуются. Ремонтные работы проводит теплосеть. Повреждения у них на трубопроводе гаражный проезд 7. 20 часам планируют завершить работы, потом будут заполнять трассу. И 21-22 тепло и горячая вода должна появиться. Один из вопросов касался работы кальянной, которая открылась рядом со школой, что в принципе недопустимо. Надзорные органы изучат этот вопрос. Наверное, трудно подсчитать в цифрах результативность проекта «Открытый город», но то, что диалог помогает развиваться столице, с этим трудно не согласиться. Галина Титарчук, Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика.